Здравствуй, дорогой зритель, рад приветствовать тебя в третьем эпизоде прохождения игры The Callisto Protocol. В прошлый раз игра немножечко крашнулась, поэтому приходится перепроходить опять заново. Повторение — мать мучения, как ты знаешь. Пока я тут машу, можно быстро отхилиться, а? А это все равно мало. Сейчас еще один товарищ придет. Так, с этим закончили. А ты мне что-то хочешь выдать? Ну, хотя бы так. Так, горящий, иди сюда. Ну, посмотрим, крашится в этот раз или нет. Супер! Сейчас буду. Ну, видяха явно не в перегреве, 65 градусов. Элис, это точно та камера? А ну, открой! Что ты здесь делаешь? Что вообще происходит? Ты знал, что это она? Это ее мы искали? Я? Ну, просто она может помочь нам. С чего бы это? Я тут давно. Все здесь знаю и смогу провести нас к ангару. Ну а ты? Ты вызовешь шаттл. А он пилот. У нас получится, если работать вместе. Спасибо, но я сама по себе. Хочешь, дам совет? Не верь ему. Он не тот, кем кажется. Внимание! Идет аварийная блокировка. Элиас! Клянусь, Джейкоб, я не знал, кто она! А я-то думал, ты все здесь знаешь. Я тоже так думал. И что теперь? Теперь ты заперт, пока камера не пристыкуется. А значит, не сможешь попасть на трамвай. Жопа, значит. Нет, есть выход. Направляйся к центру переработки отходов и свяжись со мной оттуда! Передача данных завершена. А это еще что? Кое-что тебе в помощь. Просто доверься плану, братан. Увидимся. Ну и чё? Каким удовольствием он ползет, да? Yeah.
патрончики. Чеки. Чека. Вода. Чуть Вова не прочитал. Так, ладно. Хорошо, справлюсь. Вызываю трамвай. Тебе придется идти тем же путем, что пришел. В дальнем углу есть вентиляционное отверстие. Хилка есть? Да. Да я же, блин, успел нажать. Косяк в том, что хилки закончились, а эти твари нет. Один хп вообще просто. Если я сейчас не отхиляюсь, то... Одна треть хп. Хреново, но что сделаешь? Так, здесь вроде зачищено. Но бедняге плохо. А, меня уже тут ждут, да? Да боеприпасы-то боеприпасами. Мне хилка нужна.
хилок нет. Так, слушай внимательно, Джейкоб. Эта вентиляция в дальнем углу ведет к переработке отходов. Да я лоу хп, меня сейчас вынесут вообще. На раз-два. Ну конечно, с лоу хп легко. Так, а с тебя есть что-нибудь? Да ничего нету. Как с козла молока, короче. Угу. Еще этих товарищей надо. Берешься. Ну вот и все. Написано: используйте оружие дальнего боя, чтобы выстрелить в голову роботу. Стреляю, стреляю. Три патрона, все патроны, все, что есть. Роботу пофиг. Ну, классно, чё. Хоть бы уточнили, сколько патронов надо запулить в робота. Да. Дисбаланс прям на лицо. Но не умеет он прыгать, кувыркаться в бок. Вот для него эти операции — это что-то с чем-то. Где патроны? Алло. Они ж до этого здесь лежали. И по-вашему, как на робота нападать без патронов? А, я даже... Так, может, не надо по роботу стрелять? Может, это вредные советы были? Потому что все выглядело именно так. А, это бессмысленно. Тогда я не знаю, что надо такого сделать.
Приглашенный, не двигаться. Активируем бою стоять. Я не знаю, с четырьмя патронами вы идиоты, разрабы, блин, какого черта? Как я убью робота оружием, если у меня даже патронов нет? И они здесь не лежат. А, даже так. Не, это какой-то трындец. Я по-другому назвать это никак не могу. Ну, типа, здрасте. Патроны где? Алло, разрабы. Давай, иди DQD, а и ДКФА, я пошел. Никого здесь не останется. Да я даже отойти в сторону не могу. Я не знаю, что тут дальше делать. Робота не убить. А, то есть он может прострелить, а я нет. Классная механика игры. Супер эпизод, мне прям нравится. Такого лютого говна я еще не припомню. Просто обойти его я могу. Я добрался до трамвая. Свяжись со мной, как будешь на месте. Получается, это единственный вариант. Больше вариантов там пройти. И еще там есть ловушка, чтобы заключенные не сбежали. Подожди, что там есть? Это и есть ловушка, да?
Ага, и запрыгнуть сюда, я так понимаю, нельзя, да? А, все. Дебилизм, я понял. Классная ловушка, мне нравится. Такой, такая тишина. И еще, там есть ловушка, чтобы заключенные не сбежали. Подожди, что там есть? И всех порубало просто. Прикольная ловушка, не, как бы можно разгадать. И еще там есть ловушка, чтобы заключенные не сбежали. Подожди, что там есть? Блин, ну не дотянулся чуть-чуть. Ну медленный он, скотина, ну какой ты медленный, ну что ты отпрыгнуть назад не можешь. Я не знаю, ну... Очень медленно управление. Там есть ловушка, чтобы заключенные не сбежали. Подожди, что там есть? Куда ты пошел, олень? Сел на выход, пошел. Тебя кто-то просил это делать? Я просили сделать что? Подбежать сюда и назад. Ну откуда он опять пошел?
Ну, в целом нормально. Хотелось как-то вот так вот. По-простому. Нафиг. Вот так адский видок. Насчет адского ты прав, братан. Надвигается буря, лишь бы нас не зацепило. Да, вижу. И ангар тоже вижу. Это наш билет отсюда. Ага. Я столько дел провернул на воле. Словно это была другая жизнь. Мы вернем тебя к этой жизни. Просто следуй плану. И тащи свою задницу к жилому куполу. Как мне туда добраться? Никто не говорил, что будет легко. Но поверь, я буду рядом. А это еще что значит? Я там раньше работал. Собирал данные, оставил кое-какие записи. А СОП, что я тебе загрузил, активирует их, как только будешь рядом. Следуй указаниям и доберешься до купола. А потом? Подберу тебя на трамвайной станции. Проще простого. Лады, буду на связи. Нет, не будешь. Ты будешь под землей, мужик. Связь появится лишь у купола. Ну, понятно. И что-то еще, о чем ты не сказал. Слышь, двигай уже, а? Там рядом должен быть люк. И удачи, Джейкоб. Да, и тебе. А с шифтом он тоже, да, не умеет спускаться. Фу, слушайте, ну дайте чекну. Да, полчаса получилось, грубо. Но раз уже сюжетная арка закончилась, тогда предлагаю на этом здесь остановиться. Вот. И уже в следующем эпизоде продолжить прохождение дальше. На сегодня все. Всем пока-пока.